составу. Состав вообще какой-то, ну, для меня непонятный. Здесь маленький состав, фильтрованная вода, соль, то есть хлорид натрия. Консервант здесь бенолконий хлорид. Он способен вызвать аллергии, поэтому тоже делайте. В принципе, на все делайте. Лимонная кислота и динатриафосфан. А, еще целлюлоза гум. Еще целлюлоза гум здесь присутствует. И вот какая-то странный состав, потому что, ну, я не знаю, что именно будет способствовать из этих компонентов росту ресниц. Ну, вот знаю, что целлюлоза гум используется в средствах для волос. Может быть, как-то она влияет на это. Ну, в общем, посмотрим. Пользоваться нужно на ночь, на очищенные, естественно, ресницы, по краю ресницы, стараясь не попадать на слизистую, и по верхнему краю, по нижнему краю. И, кстати, состав полностью совпадает с средством, которое называется усилитель роста ресниц Lash Lash Rinokin, если я не ошибаюсь. И стоит то средство примерно 1500 рублей, но состав прям один в один. Не знаю, если, может, кто пользовался и кто любит это средство. Вот есть аналог, более дешевый, абсолютно, с который состав совпадает с